Привет, мудрые овны. Решила сделать расклад и для вас, потому что у меня, в общем-то, много овнов. Я их очень всех уважаю, люблю. Поэтому, ну, чисто любопытно самой, как у вас проиграется в ближайшие полугодия. И вот что у вас получилось. Вам выпала карта Луна. В данном раскладе эта карта говорит о том, что есть у вас какие-то сомнения, в общем-то, нестабильные какие-то ситуации, которые вас приводят к колебаниям, к нервному истощению, к переживаниям глобальным, глубоким. Но, возможно, это говорит о том, что это было то полугодие, и оно сейчас должно уже заканчиваться, потому что эта карта у вас выпала вместе с вот такой самой лучшей волшебной картой в раскладе, в колоде. Это сердце, которое говорит о личной жизни, о радости, увлечениях всем сердцем и всей душой. Любовь имеет место быть, исполнение желаний. Это самая положительная карта в раскладе, в колоде. Поэтому вот эта вот луна сомнений, она у вас должна уходить, уже остаться в этом полугодии, в том, и в новое полугодие вы входите с радостью в сердце и без сомнений вот этих вот, можете не сомневаться, все будет прекрасно и отлично. Дальше у вас выпала карта гора, которая говорит о том, что все цели, задачи не без труда, но идут к преодолению. Все препятствия вы решите. Ну и если вы пассивный человек, да, то эти препятствия будут идти для вас более длительным, в длительном ключе, вот на протяжении, может быть, этого полугодия. Ну а если вы, наоборот, активный человек, то вы легко сможете решить все препятствия, в общем-то, которые вот у вас есть сомнения, да, вы сомневаетесь, но вы благодаря вот опять же, самые лучшие карты, вы быстро из них, в общем-то, выйдете из всех этих сомнений, передряг и своих каких-то мыслей или дел, которые вот скорее бы вы хотели завершить. Дерево вам выпало с этой же картой, которая говорит о поддержке рода, о том, что вас будет поддерживать весь ваш род, все ваши близкие, родные. Вот, в этом ключе. Это карта длительного времени. Не будет резких изменений, будет спокойная, уравновешенная ситуация. Укрепление связи, благополучия и развитие идет у вас. Опять же, вот вам выпали две карты, причем они вместе выпали. Это вот мужчина-женщина. Соответственно, если вы овны-мужчины или овны-женщины, да, то эта карта, в общем-то, довольно-таки вот, ну, для вас личного характера. Возможно, это ваши руководители, или же это вы, или это вот вы, это ваша семья, в общем-то, да. Для вас это важное полугодие будет. Ну, я так предполагаю, что в большей степени в качестве семейных отношений. Если, опять же, вот для вас это важно, да, семья на первом месте у вас стоит, а судя по дереву вашему роду, это так и есть. В общем-то, вот, прерогатива, что в вашей семье это будет все прекрасно идти. Вот. Это второе полугодие. Книга выпадает вместе с крестом, который говорит о том, что какие-то могут быть кармические задачи, которые вы должны будете преодолеть. И, возможно, вы как раз их уже преодолеваете. Запастись какими-то знаниями в сфере информации вам необходимо. Возможно, это для овнов, женщин какие-то с красотой связанные, в общем-то, дела, да, там пойти надо в парикмахерскую себя привести, или
уколы красоты какие-то, может быть, или еще что-то, ну, вот в таком ключе, да, или, может быть, вы вообще захотите пойти поучиться, как вот для мужчин, может быть, да, для овнов, ну, также и для женщин какие-то навыки получить, знания, то, что у вас кармически ваше должно быть, и оно вас приводит к очень прекрасному исполнению по судьбе судьбоносных ваших событий, важные дела, которые потребуют абсолютно вашего участия. Вот, без вас никак. И вот выпадает вам финальная девятая карта, опять же, вот карта мужчина, да, это можете быть так же, как и вы, соответственно, это может быть ваш начальник или ваши родственники близкие, старшие по духу для вас, или, может быть, это ваши близкие родные, молодые мужчины какие-то или руководители. Вот в таком ключе для вас играет основную роль. Может быть, это кто-то из ваших родственников тоже, в общем-то, ну, главенствующее звено, которое для вас немаловажное будет нести роль в этом полугодии во втором. Вот как-то так у вас проигрался расклад «Великие волшебные овны». Удачи, удачи. Посмотрим, как у вас все пойдет. Спасибо, что посмотрели это маленькое видео. До новых встреч. Пока-пока.